Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Ну, 5:30 сейчас. Мы поедем со Светланой сегодня поздно ночью. Мы поедем в Санта-Крус. Там пару дней нам, наверное, удастся прийти в себя. Неделя была тяжелая. И надо сказать, что сегодня я напроверялся вот этих вот заявок на грин-карт лотерею. Знаете, даже какой-то у меня навык такой приобрелся. Быстро все это делать. И я, конечно, сначала вот там их проверял сколько-то во время прямого эфира, да, вот сегодня пятница, с утра у нас был эфир. Наверное, там пару десятков, не меньше. Но потом я еще проверял, там какие-то люди просили помочь, что такое, в скайпе писали, еще где-то писали. И, ну, я, наверное, еще десятка два тоже. То есть в общей сложности я там за полтинник перевалил за эти пару дней, которые тут прошли. И надо сказать, что у меня рука не такая уже плохая. То есть у меня три выигравшие заявки. Три. И в общем, я считаю, что это неплохо. Слушайте, три заявки. Там, правда, в одной такой номер, там типа к сороковнику, в другой номер... Только-только за 30. Чуть-чуть за 30. Но я не знаю, что там будет с этими за 30. Но, во всяком случае, вот, есть там совсем маленький номер, 600 там чего-то. В общем, но три, но все-таки три заявки выиграли. Это уже кое-что. Во всяком случае, нет такого ощущения, что я, знаете, только сижу вот там и это получаю себе там отказы. Все-таки что-то в этом есть. Ну, что еще сказать? Продолжается на меня, значит, этот самый наплыв людей, которые говорят, а можно адрес, можно адрес? Я говорю, можно адрес, поздравляю, на сайте возьмите, и так далее, в общем, все хорошо. И я не припомню, чтобы когда-нибудь была такая неделя насыщенная, связанная с розыгрышем лотереи. Вроде бы и в прошлом году я что-то там проверял в онлайне, но сейчас что-то невероятное. В общем, не знаю. Мы, конечно, за этот год изменили наше отношение к тому, чтобы принимать корреспонденцию с лотерейную. Это вот, грин-карты там и номера социального страхования, потому что я раньше говорил, ну, пожалуйста, вы можете сами забирать, если хотите, пользуйтесь адресом, но тогда придете в офис и заберете. Или придет кто-нибудь и вот заберет для вас. Вот. А сейчас мы как-то упростили, вот как-то за этот год, что произошло, люди стали слать конверты. Я думаю, конверт — это удобно. Если мне нужно идти на почту и что-то отправлять, я никак не готов. Ну, не то, что я, даже сотрудники, все-таки мы же работаем здесь. Но если человек конверт прислал и просто надо в него положить, послушайте, так что ж такого? Ну, конечно, мы положим с удовольствием, положим и отнесем, еще кино какое-нибудь снимем. Нормально, нормально. То есть это вполне так разумное такое положение вещей. Вот, так что, может быть, из-за этого на нас больше стало сыпаться, я не знаю. Но я не знаю, честно, в радость. Я правда устал немножко, но, ну, понятно, что еще там несколько дней, и вся эта сутолока, она сейчас должна улечься, и все-таки уже работает сайт. Единственное, что не работает вот эта фишечка по вытаскиванию забытого номера. Вообще потрясающе, конечно. Мы в такое время замечательно живем, а фишечка не работает. Там судьбы людей, понимаете, они... Ну, кому какое дело? Правда, бюрократия. Она судьбами не занимается, она по процедуре идет. Ну, не работает, значит, починят. Есть процедура для починки. Не то, что там кого-то с работы снимут. Ну, всем пофиг. Заработает. Ну, вот, наверное, такие дела. За этим, за всем прошло почти незамеченным такое событие в эмиграционной жизни, как то, что Кушнер все-таки положил что-то такое на стол Трампу по части проекта иммиграционной реформы. Но как бы там демократы не стояли рядом, поэтому речь шла только о том, чтобы республиканцам как-то друг с другом о чем-то договориться, потому что они же в прошлый раз-то провалили, потому что друг с другом не могли. Ну, то есть можно сказать, что все из-за демократов, но на самом деле-то, ну, они же не могли договориться. И мы не знаем, договорятся ли они сейчас, потому что
предложение Кушнера состоит в том, чтобы оставить вот тот миллион иммиграционных виз, который был раньше, оставить, но перераспределить, то есть больше отдать на такие как бы профессиональные и меньше на семейные, то есть как бы внутри перераспределить. И ведь предыдущая попытка что-то сделать полтора года назад провалилась именно из-за того, что республиканские правые не согласились на то, чтобы не сократить. То есть они сказали, мы должны сократить вдвое иммиграцию легальную. И вот из-за этого все сорвалось. Из-за этого не договорились тогда о заборе и так далее. Это же все было вот. То есть как бы они хотели сократить вдвое иммиграцию, а получили вот этот вот поток через границу без забора, который, в общем-то, они профукали непонятно на что. Ну, в общем, такая вот ерунда. И правые остались правыми, они не стали от этого левее или умеренней, поэтому, хотя, может быть, конечно, та ситуация, которая сейчас происходит на границе, может быть, они сейчас думают, хрен бы с ним бы уже, пусть бы осталось столько же, но хотя бы забор был. Да, трудно сказать, что думают эти люди. Но у них есть принципы, вот, поэтому они с этими принципами сейчас вот разбираются. Да, ждем-с, что там будет с принципами. Но любое продвижение иммиграционной реформы, в смысле на уровень закона, любое продвижение на уровень закона приведет к тому, что лотереи больше не будет. Опять, они эти 50 тысяч виз перераспределят на какую-то профессиональную иммиграцию. А тут еще интересный момент произошел. Администрация Трампа увеличила так существенно, я боюсь соврать, 1050, увеличила количество виз на H2B, вот для неквалифицированных работников. Ну, действительно, как бы не хватает людей в стране, так как бы экономика вроде хорошая, а людей нету. Ну и вот они увеличили тоже, эти самые республиканские правые, они очень, очень ругаются. Но мы видим, что Трамп как бы вполне может и без них обойтись, когда там бизнес на него давит. Я не знаю, какой конкретно бизнес и как давил, но во всяком случае, вот они увеличили. Да. Я понимаю, что это далеко не самая популярная и массовая виза для тех, кто живет в странах бывшего СССР. Я даже не знаю, откуда они в основном на самом деле приезжают. Может быть, из Мексики. Вообще надо будет почитать. Это интересная штука. Есть масса спекуляций. Я почти каждый день получаю какие-то, значит, ссылки, что вот какие-то мошенники. Ну, то есть люди, которые присылают, они просят сказать, а что это правда и так далее. А там какие-то мошенники. Причем это происходит с некоторой периодичностью. И вот они, значит, говорят, что вот там типа чуть ли не новая программа, что они сейчас вот это по этой H2, и они тебя сейчас там туда, и ты год обязан отработать, а после этого вот, пожалуйста, тебе грин-карта и делай, что хочешь. Такого плана. Ну, то есть полная кидаловый развод. Я, кстати, сегодня разговаривал с людьми из Среднеазиатской республики, не будем называть. Я думаю, что в любой такое может случиться. И не в Среднеазиатской тоже может. Но, в общем, люди очень хотели попасть в США. Это было давно, они были еще достаточно юные. И какой-то был вот жулик, который им сказал, даете паспорта, я вам, значит, туда, в общем, по своим каналам проставляю американские визы, и все, и езжайте там куда хотите. Вот, он взял их паспорта, выдал им эти паспорта с какой-то типа визы, там не поймешь с чем. Дальше он сказал, что они должны пойти в банк, очень интересно, в банк, чтобы в банке им подтвердили, что это подлинные визы и что все без обмана. Наверное, им при этом сказали, в какой банк пойти, к кому конкретно обратиться. Я думаю, что это как бы существенная часть схемы. В общем, короче, они пошли в банк, им в банке подтвердили. Вот. Они сели на самолет, билет купили, сели на самолет и полетели в Нью-Йорк. Можете себе представить, что было дальше? В Нью-Йорке их оприходовали и депортировали. Вот у людей теперь есть депортация. Я думаю, ё-моё, вот, друзья,
больше ничего не скажу, но удивительные истории узнаешь иногда от людей. Да. Странно, странно. Нет слов. Вот такие пироги. Так что общение с людьми, которые играют в лотерею, вообще заинтересованы в эмиграции, очень, очень такое интересное общение, масса интересного. Кстати, довольно много я получаю сообщений от людей, которым не нужен адрес, а которые просто давно у нас на канале. И 4 года, и 2 года, и там 8 лет, я не знаю, по-разному. И вот они как-то так прониклись нашим содержанием, контекстом. И выигрывают, и пишут, вот, мол, до встречи, мол, скоро. Иногда трогательные истории, там вот есть пара, они выиграли. Значит, молодой человек, он бывал в Нью-Йорке раньше, и тут Нью-Йорк ему понравился. И он привез свою девушку в Нью-Йорк на месяц там показать ей, какой хороший город. Вот, и девушка тоже прониклась. И в Нью-Йорке, там, в Централ Парк, там, на лодочке он ей сделал предложение, это так романтично. Вот, и, в общем, и вот они, возьми и выиграй грин-карт лотерею со второго раза. Я говорю, это же такая история, надо же ее рассказывать нашим зрителям. Он говорит, ну, расскажем, говорит, доедем, расскажем. А есть люди, которые просто пишут, ну, тоже наши зрители, все и так пишут, ну, вот, как бы отчитываются, говорят, вот, сыграли, что-то не очень выиграли, ну, ничего страшного, есть другие пути там и так далее. То есть у меня такое задушевное общение происходит с нашими зрителями последние дни. Это очень приятно, это очень здорово, и я, честно сказать, как-то так расчувствовался, растрогался. Так, ну-ка, господа, проезжаем. Ну вот, а еду я на рейки к девушке Наташе, у нас сегодня суббота, и я к 6 часам, вот как раз без 5-6, еду я к Наташе, она сейчас меня почистит энергетически, все там повыколупывает, что там забивает мои меридианы. И буду я там вот так вот прям, в общем, как огурец. Все, друзья. Нет? Нет. Что-то я засомневался. Я куда еду-то? Так. Вы знаете, что я не зря засомневался. Вот так за разговорами, понимаете? За разговорами ля-ля, тополя. И проехал свою мечту об энергетической почистке. Так, мне вот сюда. Все, друзья, счастливо и до скорых встреч.